Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я очень люблю рецепты быстрой выпечки. И вам рекомендую настоятельно приготовить эту потрясающую выпечку – маффины с ягодами. Сегодня я буду готовить с вишней. Они получаются очень нежные и очень вкусные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Я подготовила муку 190 грамм. Мука пшеничная, высшего сорта, заранее просеянная. Духовочку я уже включила. И сейчас мы будем добавлять все сыпучие продукты. Сюда я добавляю апельсиновую цедру. Апельсиновая цедра 1 чайная ложечка. У меня сушеная, можно свежую. Сюда же добавляю 1/2 чайной ложечки соли для баланса вкуса. Ванильный сахар 5 грамм. Разрыхлитель 9 грамм. Все хорошенько перемешиваем. В такие маффины можно добавить орехи молотые. Тоже великолепно. Цедра апельсина, цедра лимона очень хорошо подойдет. Так, готово. И сейчас в отдельную емкость 1 яйцо и желток и белок вместе. Добавляем 2 столовые ложечки сахарного песка, 50 мл растительного масла и 130 мл молока. Все хорошенько нужно перемешать. Готово. И сюда же добавляем муку. Вымешиваем до однородного состояния. Собираем лопаточкой все со стенок. Вот так в один комочек. Все готово. Я подготовила форму. А если, конечно, вы будете выпекать вот в такой форме, нужно обязательно смазать растительным маслом. Желательно, чтобы не прилипало. У меня здесь 12 ячеек. И я буду в каждую ячеечку добавлять вот такой стаканчик бумажный. В таких стаканчиках очень привлекательно смотрятся маффины. Выкладываем понемножку. 1/3 часть заполняем. Распределяем внутри. И сюда же отправляем по 2 вишенки. Я их заранее, конечно же, промыла, освободила от косточки и откинула на дуршлаг, чтобы стек сок. Нам понадобилось 24 вишенки. И сверху заливаем тестом оставшимся. Распределили. И вот теперь из конвертика выдавливаем сверху просто. Вот так вот, маленький вот такой кругляш. Еще по краям я посыпаю немножко миндальными лепестками. Вы можете ничем не посыпать. Или как вам нравится, чем нравится вам.
У вас, я думаю, есть любимая посыпка. Вот у меня любимая посыпка – это миндаль. Миндальные лепестки. Духовочка у нас уже разогрета. Я включила вверх-вниз. Выпекать будем при 180 градусах 25 минут. Смотрите, по вашей духовке на нижнем ярусе буду выпекать. Все, отправляем в духовку. Вот такая красота у нас готова. Дадим им остыть и будем пробовать. Итак, маффины готовы. Как вкусно пахнет на кухне, ароматно. Посыпаем их сверху, пока они еще теплые, сахарной пудрой. И вот он, завершенный вид. Потрясающие просто. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Прекрасная выпечка к чаю. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья!